Помочь каждому солдату. Именно такого принципа придерживаются люберецкие депутаты и подходят к решению проблем индивидуально. После тяжелого ранения участник СВО не может восстановиться уже несколько месяцев. На помощь пришли врачи клиники комплексной реабилитации опорно-двигательного аппарата в Некрасовке. Доктором от Бога называют пациенты травматолога-ортопеда Инала Жанатаева. После долгих безрезультатных хождений по разным поликлиникам и медицинским центрам мужа Натали Заботина и он поставил на ноги. В прямом смысле этого слова. У меня мужа очень болела нога, бедро. Мы очень долго лечились. Мы столько денег выбросили на ветер у простого ортопеда. Ему ничего не помогало. Инал Альбертович сначала попробовал к нему применить физиолечение. Нога не пошла. Вот. Тогда вот он ему делал блокады, и благодаря этим блокадам, сейчас вот мы еще пьем витамин D, там по рекомендации все, и муж ходит. И тогда я тоже решилась, так как мне колено уже на замену требуется, а вес не берут, поэтому вот я к нему пришла. И слава богу, вот третий сеанс, я хоть хожу, но он обещал, что я буду еще и бегать. Я действительно ему верю. «Будешь бегать», – сказал доктор, и Сергею, который после ранения трижды лежал в госпитале, перенес несколько операций и передвигается исключительно с костылями. Сегодня Сергей в сопровождении люберецких депутатов на приеме у доктора Жанатаева. Нервы, говорит, надо нервы восстанавливать. А так-то уже все, что могли, доктора сделали, вот только надо восстанавливаться. А здесь такой этот центр, я думаю, как раз для этого. Реабилитация после ранения займет от 6 месяцев до года. За это время врачи проведут полное обследование, выберут индивидуальную схему лечения. Пока я не услышу мнения нейрохирурга, не услышу мнения невролога, сосудистого хирурга, мы не до конца не поймем и не оценим состояние мягких тканей, на что они гораздо, чем их лечить. С учетом того, что сейчас основная проблема – это отек мягких тканей и осложнение по венам, да, флебит, тромбофлебит – это абсолютно частое явление, даже просто при переломах, не при травмах подобной высокой энергии. Потому что пулевое ранение, оно немножко носит другой формат восстановления. Сроки увеличиваются примерно в 2 раза. Сергей награжден медалью за отвагу. После полного выздоровления хочет вернуться в свою родную роту, куда уходил добровольцем. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.